От усталости шатались ленинградцы, шли на улицы, и слышалось «Ура!» И сквозь слезы начинали обниматься. Все, закончилась блокадная пора. В честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады жители Владивостока почтили память погибших у стены памяти героев владивостокцев мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». В торжественном возложении цветов приняли участие командующий ТОВ Виктор Ильина, мэр Владивостока Константин Шестаков, председатель городской думы Андрей Брик, председатели общественных организаций, воспитанники патриотических объединений, губернатор Приморья Олег Кожемяка. Во все 872 дня блокады навсегда вписан в историю нашей страны. Списан как урок мужества и несгибаемой воли советских людей, которые смогли не только выжить за те 125 граммов хлеба, которое доставалось, но и в то же время учить, воспитывать детей, сочинять музыку, отправлять на фронт новые танки, оружие, боеприпасы, эвакуировать детей, делать так, чтобы город жил. В мероприятии глава региона, ветераны, представители органов власти, силовых структур и неравнодушные граждане почтили подвиги жителей блокадного Ленинграда минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Диана Иванова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.